Амортизаторы у этой зверюги никакие. Удивительно, почему лес так хорошо себя чувствует, если древо жизни погибает? Шапариум. Не осталось ли внутри чего-нибудь? Ого! Не ожидал его снова увидеть. Это бип-бип-шкаф. Пользы от него в целом никакой, но поразвлечься можно. Сдается мне, что нужно... Осталось всего пара ходов. Соберись. Нифига себе ударчик! Апперкот! Трап.
останавливайся. Разгром с доставкой. Хорошая прожарка. Кажется, дождь начинается. Настроение отличное, хотя все решили, что это труп. Говорит, что, по слухам, тебе не чуждо сострадание, и ты помогаешь нуждающимся. Просит тебя поступить по совести. Отчет за любые свои действия ты будешь давать только себе. Благодарит за твой выбор. Нельзя себя чувствовать хорошо, пока ты не делаешь хорошо другим. Солнце взойдет! Эй, ты так обожжешься! Кроме тебя, никто тут не обжигается. А вот это больно. О, тебе нужна аптечка? Не обнимайся со скакуном. Он тебе не друг. Ого, тебе удалось найти след посреди всей этой топкой слизи. Ну, у тебя глаз алмаз. Когда оставили этот след, гладь здесь казалась чище. Эти нырятельные капсулы старого мира имели собственный запас воздуха, так что можно было дышать под гладью. Хорошо, что у тебя хватило терпения выяснить, почему заслизилась гладь. Крякл вышло так много, что боезапас у слизисерфа будет почти бесконечным.
Гоб говорит, что свинофырк при нем оттяпал ногу у Жескису, так что с этим мироедом у него личные счеты. После этого уже Жескис начал вместо ног полагаться на голову и придумал план, как лучше всего разобраться с мироедами. Главное, чтобы не пешком. Вот так ему и поручили перестроить Слизисёрф. Он, похоже, рад поговорить. Говорит, что взглянув на древо жизни, ты поймешь, как себя чувствует наш мир. Утверждает, что мироед на юго-востоке подрывает корень древа жизни. Обещает никуда не деться до твоего возвращения. Он, похоже, рад поговорить. Надо помочь Гупу победить свинофырка, пока он не уничтожил юго-восточный корень. Вы с Джагни сработаетесь, ведь единство и борьба противоположностей лежат в основе всех вещей. Не удивиться, если вы снова встретитесь. Он, похоже, рад поговорить. Говорит, приятно было поболтать с тобой. Супермускулы. Каждый день предоставляется новый шанс для спасения мира. Дальше самостоятельно. Thank you.
много не бывает. Неважно, пластиковый он или какой другой. Пора отправляться на поиски приключений. Что найдешь, то твое. Видишь электрохлом? Отличная находка. Застава Митротряп. Племя Мириад когда-то погружалось здесь в медитацию. Предлагает тебе невероятные цены на невероятные... Предлагает тебе расслабиться. Поспешишь, народ насмешишь. Погляди на товары. Вот это сделка. Отлично сторговались. Говорит, что в лавке для каждого найдется что-то. Пора заключить сделку. Утверждает. Подчеркивает. Принимай мир всерьез, иначе он избавится от тебя.
радуйся, что зверюга позволила себя оседлать. Видишь битолодку? Похоже, она еще на плаву. Это скоро окупится. Плюется слизью скорее, чем она успевает его схватить.